30 мая в Подольске собрались представители партии «Единая Россия» со всей Московской области. Заняты были все трибуны и арена культурно-спортивного комплекса «Ледовый дворец Витязь». От одного только Пушкинского района приехала делегация в составе 130 человек. От Пушкинского района приехал секретарь местного отделения, это глава наш Гребенченко Сергей Михайлович. Приехали секретари первичных организаций. Приехали из совета депутатов, кто руководит у нас фракциями «Единой России», вот, и сторонники партии и члены партии. Причиной такого сбора стали предстоящие выборы губернатора Московской области. Секретари партийных отделений, депутаты-единороссы всех уровней, сторонники и члены партии и молодогвардейцы приехали на встречу с участниками предварительного голосования. Однако главная цель мероприятия – поддержать действующего губернатора Московской области Андрея Воробьева, который выдвинул свою кандидатуру на выборы. Здесь сегодня в зале сидят очень значимые, очень уважаемые люди. У них гораздо меньше эмоций, чем у вас, но каждый из них на своем месте делает очень много, чтобы Подмосковье по-настоящему было сильное, чтобы Подмосковье по-настоящему было лидером. Здесь, в нашем зале, врачи, учителя, люди, которые работают в социальной сфере и ухаживают за тем, кому нужна помощь. Здесь наши ветераны. Молодая гвардия Пушкинского района к встрече готовилась основательно. Выразить поддержку губернатору Московской области молодогвардейцы решили не только своим присутствием. Рисовали плакаты, не поверите, 10 штук от руки, гуашью и красками рисовали. О чем были плакаты? «Подмосковье – наш дом», «Губернатор – это работа», ну такие лозунги. В предварительном голосовании партии «Единая Россия», которое состоится 9 июня 2018 года, примут участие 5 кандидатов: Андрей Воробьев, Роман Володин, Валентина Кабанова, Александр Лысенко и Александр Толмачев. Все они выступили 30 мая на встрече в Подольске. Программа мероприятия носила также и развлекательный характер. Между каждым выступлением участников голосования были и небольшие концертные номера. Свои таланты показали студенты колледжа искусств из Химок и коллектив Art of Motion из «Электростали». Сегодняшняя встреча была, мне кажется, очень позитивной, очень хорошей, очень организованной, как любит партия «Единая Россия» организовывать такие мероприятия. Сегодня очень много известных лиц приехало сюда поддержать кандидатов, но в основном, конечно, наверное, одного кандидата, нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. На встрече выступили и известные артисты Денис Майданов и группа «Любэ». Ага, Волги, да и Енисея, на камень ищи километры. Россия, моя Россия, от Волги и до Енисея. От Волги до Енисея, на камень ищи километры. Россия, моя Россия, от Волги и до Енисея. Очень приятно, что столько людей собралось здесь, чтобы поддержать нашего губернатора Воробьева Андрея Юрьевича. И молодежь, и взрослое поколение, и уважаемые люди, которые пришли поддержать его и пригласить на выборы. Очень хорошее мероприятие, бодрит. Поддержать губернатора Московской области приехали и депутаты Московской областной думы Ирина Слуцкая и Вячеслав Фетисов. После данной встречи у сторонников и членов партии будет 10 дней для принятия решения. Участник, набравший больше всех голосов на праймере, станет кандидатом на пост губернатора Московской области от партии «Единая Россия». Сами же выборы состоятся 9 сентября 2018 года. Евгения Коломейц, Владимир Парфенов, телеканал «Твой».